И спасибо большое, что за такой небольшой срок вы набрали довольно-таки нормальное количество подписок. Хотя я давно ролики свои не выпускал. Но меня смотрят 60% людей без подписки. Пожалуйста, прошу, подпишитесь на мой канал, если вы не подписаны. Поставьте лайк под этим видео и под другими моими видосами, которые вам понравятся. И обязательно поставьте колокольчик. Приступим к моему основному каналу. У меня на канале долго не было роликов, поэтому, ребят, вы отписывайтесь. Я по-другому не могу объяснить той идее, что... Да, у меня нет долго роликов, но зачем вы отписываетесь? Просто немножко подождите. Я скажу вам срок того, что сколько у меня не будут выходить ролики. Я не буду присутствовать на YouTube. Я могу поддерживать аниматоров, могу привлекать аниматоров к своему каналу, других людей. Но я не могу выпускать ролики. Просто. Зайдите в комменты, если хотите узнать, почему все-таки я не выпускаю ролики. Я вам напишу. Так вот, также на подписчики на своем канале я открываю конкурс. Если до лет мы наберем 200 подписчиков, то я показываю свое лицо. Нет, если, конечно, вы хотите этого, то да. Если вы этого не хотите, то я что-нибудь другое придумаю. Или ничего. Пишите в комментах. Да. И еще раз, я пропиарю несколько человечков, чтобы у них стало побольше народу подписано на них. Подпишитесь, пожалуйста, вот на этого человечка. У него название канала Алекс Про Лего. Кстати, ссылочки на все каналы я оставлю в описании. Он снимает, он, получается, сегодня уже снял первую серию сериала СМЕШ. Я смотрел сериал СМЕШ из Лего на канале Лего Мастер. Но на канале Алекс Про Лего я еще не видел. Так что подписывайтесь. Вот прикольный канал Лего Про. У него 130 подписчиков. Фактически столько же, сколько у меня. Вот, ну... У него есть разные видосы, и по Лего, и там жизненные какие-то, не знаю про жизнь. Вот. Тоже посмотрите его ролики и подпишитесь на него. Коробка Лего анимаций. Этот канал вроде говорит, ну вот глава этого канала, что он собирается остановить свой канал. Он не хочет больше снимать. Он решил так же сделать застой, как и я. Только я, ну как сказать... Я вам уже объясню, почему я ролики свои не делаю. Вот. А он просто из-за того, что он устал, у него мало людей подписывается. Подпишитесь на него. Канал Brickstop Production. Он снимает очень крутые видосы по сравнению с моими видосами. Но на него подписано всего-то 19 человек. Это немножко. Вообще немножко для этого канала. Ему хотя бы надо на канале 40, как у меня. Вот. Пожалуйста, подпишитесь на него. Порадуйте человека. Канал Лего Тея Пати Анимейшнс. Он снимает военную тематику. Если хотите, подведите ее. Канал World of Lego Revisions. ЛБО. Вообще, канал, как по сути, его рекламировать не... Ну, идей нет, поскольку у него 200 подписчиков. Но я его прорекламирую, поскольку я подписался на его вайб. Канал Лего Лайн снимает не очень так уж и качественные ролики, но фигурки у него классные. Тоже, если хотите, подпишитесь.